Вот так вот, друзья. Смотрите, какая вкусняшка у нас сегодня с вами опять получилась. Дорогие друзья, рады, что заглянули к нам на канал. Сегодня мы делаем запеченный картофель в духовке. Будет такой классный картофель с корочкой снаружи и мягкий, сочный внутри. Все очень просто и получается просто бомбовка. Так, для начала нам нужно сделать панировку. Здесь у меня молотый пармезан. Также добавляем приправы. Здесь у меня итальянские травы, сладкая паприка, чеснок гранулированный, черный перец и соль. Все туда перемешали. Все, панировка наша готова. Все очень быстро и просто. Так, далее нам нужно порезать картофель. Для этого я специально выбрал крупный картофель, чтобы получились такие красивые большие дольки. Здесь тоже все очень просто. Разрезаем пополам. Еще раз пополам. И еще раз. И получается вот такие вот у нас долечки. Так, друзья, картошку мы вот так нарезали. Вот такие вот хорошие дольки. Теперь убираем на противень. Поливаем все это оливковым маслом. Хорошенько размешиваем. Таким образом у нас сейчас и картошка будет в масле. И дно противня будет сразу тоже в масле. Вот так вот хорошо все обваляли в масле и теперь убираем в панировку. И теперь размешиваем все, весь картофель с нашей панировочкой, чтобы все, каждая картошинка была облеплена этим сыром с приправами. Вот так вот, друзья, обваляли каждый кусочек нашей панировки с сырной, с приправами. И теперь выкладываем вот так вот все это на противень, которым будем запекать. Это просто, знаете, какая вкуснятина будет для вечеринки, на праздничный стол или просто так даже вот посмотреть фильм. Это обалденная вещь. Ну вот так вот у меня получилось. У меня здесь картошка еще осталась. Я сейчас сделаю еще один противень. И теперь отправляем всю эту красоту в духовку. Разогретая 180-200 градусов. Смотрите по своей духовке. Где-то минут 30-40 она будет запекаться до такой красивой корочки. Так, друзья, пока наша картошка в духовке, давайте приготовим классный к ней соус, который потом можно будет макать картошечку. Для этого берем сметану, майонез, теми нами любимый, туда же зубок чеснока, также здесь у меня еще свежая зелень, укроп и зеленый лучок. Все это мелко нарежем. Ай, какие ароматы. И отправляем все это сюда. Хорошенько размешиваем. Немного соли и перца. Ну и все, друзья, вот такая вот незатейливая, но очень вкусная заправка, дип нашей картошечки. Попробуем. Класс. Чесночная, с травами. Отлично. Итак, дорогие друзья, у нас прошло 30 минут. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Такая вот картошечка запеченная, ароматная. Аромат стоит просто бомбически. Всеми этими травами, чесночком, сыром. И последний штрих посыпаем мелко-мелко рубленной петрушкой. Вот так вот, друзья. Смотрите, какая вкусняшка у нас сегодня с вами опять получилась. Остается только снять пробу.
Посмотри, какая вкуснятина у нас получилась с этим соусом. Такая картошечка. Ребята, это бомба. Смотрите, какая она. Внутри сочная. Корочка сырная с этими приправами. И с этой вот штукой просто. Класс. Горячая. Рекомендую вам, ребята, это так вкусно. Класс. Ну и все, дорогие друзья, на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравился ролик, не пожалеете, поставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.